«Поцілунок біля ліфта». І Оксана Гудсайд, нині відома ведуча новин-репортер на новому каналі, попрощається з коханим. Роман, з яким доти дівчина зустрічалася багато років, і який привіз її на змагання до Києва, побажає коханій солодких снів. Парубкові і на думку не спаде, що цю ніч його дівчина проведе не у тренерки збірної, як запевняла, а в олімпійського чемпіона з фехтування Вадима Гудсайда, нового коханого. Ой, ужас, первый раз рассказываю, никому не рассказывала, в общем-то, потому что неприятно, ну, я заранее извиняюсь, потому что если он, наверное же, это будет смотреть, не, ну, некрасиво, но так получилось. Я позвонила Вадику, при этом говоря с Вадиком, как с тренером из Харькова. Ну, там, здравствуйте, Маргарита Юрьевна, здравствуйте, да-да, это Оксана Гудсайд, это где вы находитесь, а куда ехать, та-та-та. Ну, на самом деле, мы настолько, такая, ну, хорошая была любовь вот до этого с этим парнем, Ромой его звали, что, ну, мы доверяли на 100% друг другу, у него даже не могло мысли возникнуть, что я звоню не Маргарите Юрьевне. И я ему говорю, он меня подвез, и я говорю, что вот это Маргарита Юрьевна здесь живет, я у нее сегодня переночую, ну, единственное, что у нее уже все спят, она попросила, чтобы тихонечко, поэтому ты меня там до квартиры не провожай, вот он меня в лифт посадил, а я там уже выйду тихонечко. Ну, вот и он поехал в Харьков, а я к Маргарите Юрьевне, и то бишь Вадику. Ну, вот, и вот так вот дальше. І ще за місяць до цієї події, про яку Оксана Гудсайд сьогодні згадує з усмішкою, життя майбутньої телезірки, а тоді юної харківської гімнастки, текло спокійно і прогнозовано. Батьки, що вирішували усі побутові проблеми. Цікава робота. Спортивні змагання і, звісно ж, красень кавалер, із яким Оксана зустрічалася 6,5 років, і якого щиро кохала. Життя, про яке мріє кожна дівчина, полетить шкереберть після першої ж зустрічі з Вадимом. Доля звела їх разом у літаку, котрий віз українських спортсменів на збори до Ізраїлю. Ну, взагалі, спочатку я його не побачила. Я була така зарьована. Я чомусь була точно уверена, що самоліт упаде. И я была такая зареванная, что я, в общем-то, никого сначала не видела. И вот я его, наверное, через пару дней увидела уже в Израиле. Вот там я его увидела, и ну вот самое, что меня в нем покорило, это уверенность. Вот он настолько уверенный в себе мужчина, что, ну, как бы вот есть такое выражение, да, чувствуешь себя как за каменной стеной. По какому-то секунде в день я как-то пытался приблизить к себе ее, и, конечно, мне это тяжело давалось, но нету ничего закритого, коли чоловік хоче, то може багато чого добитися. 10 днів, проведених із Вадимом, змінили Оксану. Він подобався їй усе більше. Але що це? Романтична пригода чи справжнє кохання? Дівчина раптом опинилася перед важким вибором. Повернутися до Романа, почуття якого перевірені часом. Або кинути все заради Вадима, якого вона, схоже, вже кохає. Але ж знає лише 10 днів. Мы приземлились в Киеве, там пару дней побыли, и я уехала в Харьков. И я уезжала, вот мне казалось, что мне что-то из сердца вырвали, и оставляют здесь, а я уезжаю. Вот, наверное, вот это, потому что тогда я уже поняла, я рыдала в поезде. Мама догадывалась, что уже появился какой-то мужчина в Киеве, у Оксаны. Но как-то они были против однозначно, потому что они хорошо относились к молодому человеку, и они 5 лет уже встречались с молодым человеком, и уже, конечно, член семьи был. Как сейчас помню, сказал маме слова. На этот раз вспоминаем с мамой, что я говорю, ну ничего страшного, я говорю, скоро будете часто в городе Киеве, я говорю, будете приезжать к своей дочке. Мама округлились глаза, там, мы там друг друга знаем там, 3 недели, уже какой-то мужчина такой говорит, не знает его никто, ну что он и как. Потом я второй раз поехал в Харьков, а потом понял, ну что ездить туда-обратно, надо ехать и просить руки. Я была как, ну вот какой-то мультики Чип и Дейл, этот мышонок Рокфор, когда видит сыр, у него происходит что-то. И я вот видела Вадика, и мне казалось, ну нет, ну таких мужчин не бывает. Это сказка, такого быть не может. Я сейчас открою глаза, и все исчезнет. Потом уже, потом, где-то вот, где-то, наверное, чем ближе к свадьбе, тем больше каких-то у меня началось каких-то сомнений. Вот я даже там сбежать со свадьбы хотела, и потом там еще полгода я ходила с паспортом в кармане, каждый день обещая, утром вставая и думая, все, сегодня я уезжаю в Харьков, кроме, все, вот это все, вот все уже. Рома, якого Оксана покинула незабаром після повернення з Ізраїлю, довго не йшов з її думок. Дні щасливого захоплення Вадимом раптом змінювалися днями відчаю. Страху перед майбутнім і жалю за втраченим. І тоді рука сама тяглася до телефону та набирала знайомий номер. Вони розмовляли з Романом годинами. І вибір на користь Вадима, що його Оксана так легко зробила, вже не здавався їй таким правильним. Ну от що-то мене вдруг
что нет, это не мое, я не хочу замуж, я не хочу в Киев. И я уезжаю в Харьков с точным намерением не возвращаться на свадьбу. И звоню 6 числа из Харькова июня Вадику и говорю: Вадик, ну, я не приеду, я передумала, я не хочу. Да, ну, Вадик очень так тактично сказал тогда, что, ну, это твое решение, как ты считаешь нужным, так и делай. И я говорю с Ромой, мы, ну, вот с Ромой сидели, что тогда да, что все, я не хочу замуж, я хочу быть с тобой, Рома. Ну, потому что, ну, на самом деле он потрясающий человек. Вот. И говорю: но я же увезла туда вещи. Поедь, забери, поговори с Вадиком, забери мои вещи, и я туда не поеду. И он мне говорит, знаешь, ну, говорит как бы правильно, по-воспитанному. Ты это заварила, ты должна это раскрутить, ты должна поехать объяснить все Вадику, потому что этот человек на что-то надеялся, ты ему должна все объяснить, ты должна с ним расставить все точки на «и», ты это завертела, ты это должна сделать. Вот я приехала, тут меня встречает Вадик с цветами, что нет-нет, Оксаночка, ну что ты, я все сделаю, как ты хочешь, не волнуйся ни за что. И вот, видно, меня это, ну, тоже подкупило в какой-то мере, да, что мне там говорят: ты все завертела, решай все сама, а тут мне говорят: не волнуйся ни за что, я все решу, я все сделаю. И я думаю, да, может быть, уже остаться. И, в общем, я уже все, я решила остаться. Весілля відгуляли, проте і воно не поставило остаточною крапкою виборі Оксани. Сама у чужому місті, ані друзів, ані роботи. Коли ставало зовсім скрутно, вона знову згадувала свого Рому. Новина про вагітність, яка, здавалось би, мала покласти край Оксаниним ваганням, навпаки, поглибила її душевні сумніви. Благо, что беременность еще так хорошо проходила. Но бедная моя дочь, что она пережила там внутри, я даже не представить себе, потому что я металась. Я то в Харьков, то из Харькова, то я плачу, то я не плачу, то я радуюсь, что я в Киеве, то я не радуюсь. До Нового года это был какой-то, ну, просто кошмар. Безостановочный кошмар. Когда я в очередной раз, значит, Рома, приезжай, плохо, безобразно. Все, Рома приезжает, а я, значит, ой, Рома, извини, через неделю. Через неделю. Тогда мне уже, ну вот, Рома молодец поставил, сказал, что, знаешь что, Оксана, давай уже вот мы закончим. Все, у тебя уже семья, ты уже, ну, очень, я бы сказала, глубоко беременна, 7 месяцев, да. Ну вот как-то так все, оп, он остановил, оборвал, и все. И тогда уже как-то так все пошло более спокойно и хорошо. Сьогодні в житті Оксани Гудсайд є місце лише для одного чоловіка – Вадима. Переживши кризу розлуки з рідними, розрив відносин із близькою людиною, Оксана врешті-решт зуміла відновити душевний спокій і гармонію. Вона впевнена, без Вадима їй би це не вдалося. Вибір, зроблений 10 років тому, приніс їй двох дітей і виявився правильним.